Волейбольный клуб «Тверь» вернулся из Владимира со счетом. Во втором туре высшей лиги команда Сергея Федяева одержала победы во всех 4 матчах турнира, отдав соперникам лишь 1 партию. Тверскими волейболистами были разгромлены поочередно Воронежский МВК и Самотлор из Нижневартовска. Причем каждая из этих команд дважды. После 2 туров Тверь занимает 5 место из 12 в турнирной таблице высшей лиги «Б». На 6 очков тверетян опережает лидер первенства смоленский «СГАВК» «Феникс».